Добрый день, уважаемые рыболовы и неправильные. Сегодня хотел снять видео в таком формате, потому что нет возможности выехать на рыбалку и снять. Также рыбалка на судака происходит вся ночью, нужен свет и аппаратура хорошая. Такой пока у меня нет, но увы. В скором времени, может быть, приобрету. Тему сегодняшнюю хотел поднять. Такую. Где искать судака и судачьи точки? Вот. Первое. Это вопрос такой. Где искать судака? Где раздобыть информацию? И кого спросить? И как это делать? Первое, что мы можем сделать, это спросить судочатников, которые ловят судака ночью, где они ловят. Но я сомневаюсь, что кто-то сдаст свои точки, потому что, как правило, все молчат, и никто не скажет, где и как ловит, и опытные судочатники, скорее всего, промолчат. А что это вы здесь делаете? А? Мне кажется, либо же как-то перевернут разговор в другую сторону. Но все же, если хороший друг, он может рассказать, в принципе. Так было и со мной, когда я приехал в Германию. У меня был хороший друг Роман, который мне все рассказал и показал. Но после этого я все-таки тоже задался этим вопросом, так как в основном надо было искать свои точки, потому что как бы бывало, что я приходил, и точка занята или запрессована, или судак там не клюет, и все-таки надо больше точек искать на судака. Первое, что мы должны знать, где места средания, питания судака. Вот, поэтому первое, что это судак где водится? Водится на перекатах, на каменных грядах, на свалах, там, где присутствует малек. Это в других видео очень много было об этом сказано. И я попробую все-таки вам показать, как я искал и как находил некоторые точки для ловли судака, и судака именно трофейного судака. Итак, поехали. Я сейчас сужу экран и в таком формате буду делать видео. Маленькие детали. Поэтому открываем Google Maps. Так, я чуть-чуть сужу себя, чтобы не мешало. Поставим здесь. Поставим спутник. Все-таки судак водится там, где у нас вытекает какой-то ручей. Есть линия электропередач, порты, меляки, бровки. И как же ж найти это на Google Maps? Вот элементарно, где я живу, в принципе. У нас есть речка Рейн. И вот мы смотрим. Элементарно найти какие-то... вот, допустим, смотрите. Вот вытек какой-то речушки, говнюшки. Естественно, к этому вытеку подходит малек, чтобы кушать всякую дрянь, которая выносит эта речушка-вонюшка. Ну и, соответственно, за мальком выходит и судак. Вот, элементарно и все просто. Вот. Дальше, я не знаю почему, скорее всего, влияет на судака, может быть, электромагнитная какая-то индукция или еще что-то. Судак почему-то стоит под линиями электропередач. И на Google Maps мы можем поискать тоже, так детально рассмотреть все картинки линии электропередач, которые проходят через реку. И вот вам далеко идти не надо. Смотрим. Вот она, линия электропередач. Соответственно, вот зона для поиска судака. Также
Но в других видео, допустим, там взять Вадима Мецнера, известного блогера по судаку ночному, хороший парень, вот, он ловит на шпицах или так называемых волноломах. Я в своем секторе, вот где я живу, нашел только вот эти вот такие же волноломы. Но, ребята, я вам сразу скажу, что я тоже, как только посмотрел видео Вадима Месснера, я так заразился этой ловлей и сразу же побежал со спиннингом на такие же шпицы и начал пробовать. И, увы, результата не было. Что же делать? Вот. Первый месяц я пробовал на этих шпицах месяца полтора, ребят, ничего не было. Что же делать? Я со стопроцентной гарантией говорю, что если вы также побежите на эти шпицы, и вот они, и я думаю, что результата тоже сразу не будет, потому что ловят не все шпицы. Надо искать, какая шпица ловит. Обычно, как заявляют там мудрые рыболовы, судочатники, что ловят обычно первая шпица и последняя. Но, увы, вот в моем моменте первая шпица и последняя не ловили почему-то. Поэтому я начал детально изучать на местности и Google карту, почему же такая ситуация сложилась. И после моих счетных экспериментов я все-таки нашел на Google карте один маленький нюансик, вот этот вот. И после этого я пошел на вторую шпицу. И с этой шпицы я ловил судака. Да, немного, но все-таки тут есть одна аномалия. Какая-то речушка вонючка вытекает, и судак здесь стоит. Вот. Вторая шпица здесь ловит. Ладно, это такое место, оно всеми известное. Ничего страшного. Вот. Что же делать дальше? Надо искать какие-то другие точки. И вот я дальше начал думать, что же нравится судаку. И вот одна из точек, я вычитал в интернете, что судаку нравятся паромные переправы или же какие-то дамбы, или же какие-то сооружения гидротехнические. И вот я нашел еще одну точку благодаря тому же Google Maps. В принципе, вот по речушкам тоже можно еще куча всяких таких мест найти. Вот еще их очень много. И я думаю, что судак на таких местах стоит. Я проверял некоторые, и он ловится. Вот еще. Также можно взять не только Райн, допустим, вот где я живу, или же взять там Днепр, там также можно найти меляки, свалы, косы и так далее. Вот, ребята. Также судак любит вот такие вот съезды, типа на тарамп. Пробуйте, тут должен обязательно стоять. Смотрите сами, короче. Еще я вам рекомендую. Вот, допустим, в случае моем, у меня на протяженности всего вот этого рейна есть велосипедные дорожки. Взять велосипед ночью, судочатники, как правило, ловят ночью, и проехать на велосипеде вот дорожка вдоль этого рейна. Как правило, судочатники ловят ночью, и их можно вычислить по фонарикам. Сейчас уже мода пошла другая, ребята ходят с красными фонарями тоже. Они обычно не светят на воду, чтобы поменять приманку. Они светят обычно на берег. И вот в этот момент можно вычислить, где ребята судочатники стоят. Это, конечно, некрасиво, но иногда для судачьих точек вычисление хороший вариант подходит. Также хотел бы сказать, ребят, где стоят фидеристы. Где стоят фидеристы, значит, там будет яма и лящ, а судак, соответственно, стоит возле леща, его пасет и маленьких мальков возле этого леща поедает. Соответственно,
Можно также на Google Maps найти вот популярное место фидеристов наших. Вот, они стоят вот здесь на этой рампе. Вот. И, соответственно, можно ходить вот здесь рядом и ловить судака. Так что вот такие вот пироги. Что? Пробуйте, ребята, велосипед и ночью в 10 часов, смотря в зависимости от времени года, вот, когда выход судака идет, допустим, летом это у нас часам к 9, к 10, 11, возьмите, прокатитесь на велосипеде вдоль речки, и вы увидите брождение судочатников с фонарями. Можно примерно вычислить эти точки. Также провода, говорю провода. Вот, я вставлю тут видео, где мой друг успешно, Андрей, друг Андрей, ловит под такими вот проводами. Ну, я его точку не буду раскрывать, он на меня обидится. Поэтому это вот примерно. Но я вам 98% говорю, что судак здесь стоит однозначно, потому что он что-то его манит в этом, в этих проводах. Также фидерные точки, ребят, фидерных точек, допустим, у нас вагон. Смотрите, где стоят ребята с фидерами, и рядом, я уверен, что будет судак. Там закормленные у них места. Вот, примерно, ну, не буду показывать, а то сейчас ребята, которые ловят на фидер, просто меня убьют за это дело. Ребята, просто едете и наблюдаете. Если стоят ребята с фидерами, значит, они ловят леща. Если лещ ходит, значит, с лещом ходит и судак. По фонарикам сказал, тоже можно вычислить, проехать вечером ночью на велосипеде. Это элементарно. Google Maps по фотографии. Ну и, в принципе, и все. Вот. Это вот как я искал свои точки. В принципе, все. Всех с наступающим Новым годом. Приятного всем праздника. Подписывайтесь на канал. Вот, ставьте лайки. Не знаю, поможет, не поможет. Если что, пишите комментарии. Я попробую объяснить как-то своими словами. Я вот сейчас пользовался чисто своими словами, как я искал эти точки. Все, всем пока.